Наш замечательный серпантин в Туапсинском районе. Смотровая площадка. Лучик, кто уже там? Давайте поднимемся на смотровую. Лучик, ты где? А, во! Вид отсюда, конечно, поярче. Здорово выглядит все. О, вот это вид. Мы вон там сейчас будем приезжать по серпантину. Чувствуете? А, я не услышал. А что чувствую, дурак? А вон море наше. Любимое черное море. Высота, конечно, здесь обалденная. Вон домики внизу. Отличное место, смотровая площадка. Всем, кто едет по серпантину, вот сразу после Туапсе, делаем остановочку, любуемся видами. Мне кажется, здесь будет шикарно в любую погоду. У нас уже все, полностью лето на Черноморском побережье. Татьяна Евгеньевна, чем-то недовольна? А, Ой, алыча спеет, гляньте, уже ягодки зеленые. Вот они. Классная смотровая площадка. Вообще небо голубое. Смотри, ни одного облака на горизонте. Не тряси. Лучше у тебя такой. Я хочу почувствовать. Дружини, да? Лучик. Не делай так. Она чувствуется. Классно? Идет. Она очень держится. Хорошо держится. Не, классное место. Классно. У нас таких смотровых площадок на серпантине несколько. Вот это одна из самых эффектных, но она далеко от моря. Есть лазеревки. Мы там сейчас сделаем остановку обязательно. Но там лазеревки. Самолет. Самолет это отдельное видео будет. До самолета мы доедем. Самолет находится вот за этой горой. Тут? Да, сразу за этой горой. Нет? Я салфетку. Подержи. Давай. Больный делец. Лучик решил оставить на память салфетку. Тебе хватит запаса? Хватит. Привязывает. Безголовый. Подобные остановки позволяют расслабиться. О, наши поворотики. Вообще, будьте аккуратны на серпантине. Мы не часто его проезжаем днем, вот Спасибо. Второй день кайфуем. Едем днем. Обычно ночью стараемся проскочить, когда нет длинномеров. Они до 7 утра у нас не ездят. Вот. И под площадкой классно. Ладно, все. Поехали до следующей остановки. А следующая остановка у нас самолетик. Наш любимый самолетик.